Так вот. Ухо. Вот это ухо. Надо на бабушку смотреть, наверное. Happy birthday to you. Люблю я камеры. Давай. Днем рождения. Вам подарок. Спасибо. Я хочу. Данки, сразу открой, посмотри. Идите все сюда, всех поцелую. Чего у тебя не спалить? Алло, Марика, okay. Я занята. Подачи. Алло. Что, утикай? Ну, ну, сюда. Ну, ничего, ну, вот, теперь можешь... Я вся просто, да? Давай, сейчас распаковывай. Ну-ка, сейчас ну, так надо. Что-то у нас. Через 20 лет посмотрим видео и будем довольны, что оно у нас. Так, через 20 лет мне будет 48, вы так не пугаете. Через 20 лет меня может вообще не быть уже. Мне же песня была, когда мне 27 стукнуло. Кирилл, стукал, Майкса. Баба, ну что так? Почему Лиза такая легкая? Посильнее. Да. Три бумаги, как дети. Баба, открывай хорошо. О, теперь тяжело. Так я знала, я так и знала. Анхэппи! Так я знала. Да. Ура, мы будем на связи. Интернетом сразу. Так что будешь теперь ты в группе. Сейчас делайте сразу, чтобы у нее уже было добавить. Данки! А вы его разумеете? Рико! Рико! Кевин! Будет у вас нормальный хендик. Будет тебе WhatsApp. И будет теперь играть. И будет теперь у нас телефон. А папа не знает, что это. Звенеть, сидишь, вы надеетесь. И мне тоже может... This is my hand. Мама, это ваша? Папа, так, my hand. Я, this is вас. Ой, это у него. Старую карту тоже туда можно вставить. Да, тут она не становится никуда такая. Весь. Здоровья тебе! Острые призеры не дождались, а? Как она так, свернула! Так, призеры, ну-ка! Вы бы ты там... Катя, стриптиз покажу! Спасибо большое! Дальше. Это еще не подарок. Все, теперь давай тебе машину. Паромовайте. Привет. Привет. Слышь, с зубами на руку стало похоже. Так когда она... сколько заставляли зубы одеть? Никакую. Я вообще искал это. Валя, на положение. Мандео. Ой, нет, нет. Что, как надо уже тогда ссыпать? Надо было вазу попросить. Так, нам еще один сумму. Подожди. Сейчас. Зачем еще один сумму? Через 10 минут. Ну, вон у нас 2 стула. Вон они сейчас сзади. И маленький детский есть и 2 стула. Мы сейчас воевали один зуб. Да? 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 Валь, записываю. Я свои. Очень весело. Закрутило. Видео будет начинаться так. Тебе что-то не нравится? Тебе что-то не понравилось? Что, тоже телефон? Либо устра. Вот именно, я просто хотела с первой минуты. Катя, ты сначала посмотришь. Zum Geburtstag, viel Glück. Danke, так, это будет, когда у нас будет чем чокнуться. Да, да, да. Мы сейчас придут, закажем, сейчас будем. Танки, самое сейчас главное. Чтобы на ночке хорошо. Давай, ваночку и дай разведку блоем, да? Что там у нас? Что так можно? Ночи, ночи у меня адские. Лежусь, а вас вот пошла спросить? Да, да, да. Да. Я лежу, лежу, руки еще чуть-чуть чувствую. Вот эта часть нету, голова. Тебя тут защемляется, Катя, ты это ничего не чувствуешь. У меня копчик, так это стропа. Сидеть можешь хоть?
сижу, но с болью. Я не могу сидеть. Я сейчас сяду, я сел, когда я не могу встать. Я сейчас сижу, потом я не могу встать. Я начала ходить на фитнес, я сидела на велосипед, я оттуда слезть не могла. Я думала, на хвосте сидела, на колу сидела. Да. Вот. Два раз походила, мне позанималась, не записывая. Стала крепкая задница. Сижу. Прислала мне была подарок одноклассник. Такое кольцо с рубином. Говорю, всю жизнь говорю, мечтаю о таком кольце. С рубином. Да. Именно любит рубин. Рубин. Рубин или вот этот синий есть камень? Сапфир. 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 Мне папка бы подарил на 14 лет такое, знаете, большое. Степа попросил у меня в Царство Небесное, дай, говорит, поносить. Ты не откроешь, надо снимать. Я пацан тебе попросил. Тяни их на бок. Тяни их на бок. Он взял, подарил это кольцо Таньке Невалёнихе. Ужас. Я так плакала, так плакала. Это нормально у них. Я говорю, Степа, ну как вот так ты мог? А это папа мне на 14 лет подарил. Муда научила наша. Все говорит, Муда. Можешь, Муда. А вот уже все, твой любимчик был. Да, номер один. Сейчас по кастрюлям шастаю. Муда и Катю ее любимчик. Степа и Катя. С Леничками меня кормили. Я был бандит и кусок. Я был второй любимчик. Да, ты была любимчик Муды. Почему? Потому что ты на папу похожа. Я не любила тех, кто на папу. Тут Тумко, она на папу. Любила. Нам Катю любил. Пообещали уволить. И родник. Ой, боже мой. Что? Луда, тебе бриллианты. Отыщи тебя, где твой бриллиант? Мишки бриллианты. Красота. Видачка пошли. Это у Даша. Тут надо поработать. Это шкатулка. Все, отдать мне жалко сразу. Как это она вместе себя складывает. Все, все. Все, уже нашла. Вот она. Откопала. Я так и знала. Что ты знала? Ну вот оно. Ну вот оно. Ну Лида, ты предательница. Так я давно дарила. Мечта сбывается. А ты говоришь, примери. Ой, дорогие. Ну помери. А где Леонид? Помери. Помери. Оно еще это можно поменять, если ты. Кольцо большое. Тоненькие. Я хочу говорить. Большое, да? Подарок получилось. На серединку может быть. Смотрите, какие у нее там. Во, все, ничего менять не надо. На дочку правую катошу сюда один 100% пойдет. Да. Что-то тебе нравится? Спасибо большое вам. Неужели мечты сбываются, а? А ты что думала? Да, ты что думала? Смотри, сколько бриллиантов-то вокруг. Я каждую эту фигню клеила, блин, отсюда. Все сделала своими руками, кроме кольца. Там плотнее, правая рука всегда тоже. Ну вот, переживали. Ты подумаешь, если вдруг задумаешь поменять, значит поменять. Нет, ну тогда не одевайте. Пас. Пас вот сюда, пас. Хорошо, да, ну. Пасту кут. На серединку какая красивая. И на сидюсь, ребят. А что я? Я что? Это не я. Это мы все вместе. Знаете, подарки еще уже одноклассник. Бах, такое кольцо. У меня глаза, говорю, Лида, это я пишу, это моя мечта всей моей жизни. Вот откуда ты знаешь. Она Валя знала. Ты как-то у меня была, мы с тобой журналом. Нет, надо размер меньше взять. Я сказала, всю жизнь мечтала. Нет, это... Да пойдет, Ира. Нет, нет, Ира, большое, она не идет. Не живет, ничего. На что же туда? Немножко, если бы... Я тоже посередине. Она потом как припас, если полезно. На середине лучше она смотрит. Золото, да? По золоту. Серебро настоящее. Золочное. Серебро. Каждый день носить не будешь, так и останется. Носить постоянно его надо. Да. Не снимать. Ага. Что я варю? Да. Ничего, иду, ничего не будет. Да, она золото снимает. Мешать по золоту, золото слезет. Ну и пусть, а серебро по серебро останется, да. Это по золоту смоется. Что я не понял? Я не буду, ну по сути. Что это должно было быть уже все готово? Почему они не самые несут там? Боже мой, Лида. Прислала мне подарок. Одноклассник, как вот он. Спасибо вам большое, вас всех люблю. И мы а что снимать? Давай, что снимать? Ну, я думаю, выпьем это самое. Что они нам что ждать, что ли? Да я не знаю, чего вы ждете. Что? Они не должны ничего нести? Они заказ на витринке. Дали принести даже. Они только выставляют там. Начало. Еще нет шести? Уже больше. Нет. Ну, чуть больше, но они, я когда... Сейчас ты оставь ее кого-то. Катя, день. Эй, оставь. Катя, оставь. Не снимай. Ты его оставляешь, все, значит, это убрать надо фигню. Давай, я откушусь. О, еще одна. Я подожди, подожди. Че? Подожди, Катя, выбор еще есть. У нас несколько колец. Вы че? Поверь.
Ты какое хочешь из них оставить, то оставляй. Ну то самое красивое, как мы считаем. Но вот это поменьше сильно размера. Большой камень. Большой сильно. Это сильно большой. Но оно прибудет как раз. На это. Нет? Даже вот. Мы чуть-то назад не отправили. Что, сняла? Все. Все, Валя, больше нет? Есть еще одно. Подожди. Катя, стой. Сейчас тебя заденешь. Говорят, что рано еще не возвращается. Конечно, естественно. Нет, ты еще можешь убирать. Нет, ну выбрать-то можно. Может. У тебя рука еще не устала? Видишь, держу. Это мышцы, значит. Выкинуть можно на помойку. Наши мышцы. Ты засовывать надо, засуяивать надо. Засовываешь, блин. Видишь, ты раз засуяешь. Тоже большой камень. Вот это вот. Вот. Ну, там есть. Знаешь, ты хотел с рубином. Здорово, здорово. На сильно. Это же. Мы искали вот с большим рубином. Это сильно большой. Нет, то мне больше. Нет, тот культятник. То красивее, конечно. Да, то нам первое не понравилось всем. То красивее. Вот конечно. Это самое первое. Это именно то кольцо. Потом мы засомневались, что большое. Оторву теперь. Все, оторву и одеваю. И выброшу. Нет, оторву и одеваю. Эту бумажку сохраню. Ее положить. Прям, не дай бог, где-то что-то. Ну да, выводит, да, да. Я обделала. Все. Ой, а кто-то вокруг были еще, они поотлетали, елки-палки. Ну, ничего да. Страшного. Придавила я себя. Надо же, мю себе дала, ага, сидела. Мю себе мю дала. Да, даже стол дома заклеила весь. Да, мне на столе такая фигня приклеилась, теперь все. Не отрывается? Я ж секунду. То ссоримся, то миримся с тобой. И небо было очень голубое, и ты была нам старшей сестрой. Не была есть. Сегодня ты, как прежде, молодая. Энергия кипит и бьет ключом. Тапочками шоркой. Любим мы тебя, сестра наша родная. И мы с тобой все будем. Желаю тебе праздника без счета, любви и счастья, верности, добра, так много уважения и почета, уюта в доме, а в душе тепла. Спасибо. Желаю счастья. Просто я выиграл. Тут уже Литочка. Не мне. Ждусь. Да, перечок. Не задавайся. Я пошел. Я уже с тобой что-то сказал. Что это было сейчас? Я Зенит. Так, а вы за рулем? Ну-ка, не налегать. Ты за рулем. Ты за рулем. На новом Гундае. И даже для них есть это. Есть, да. Развелись, да. Как раз, как будто бы как это. Ну так, 8, заказывай 8, пожалуйста. Я же просто пиво пью. Давайте. Да, я все думал, 8, а где кто? Антон не приехал? Спрайт, кола, васа. Васа? 4? 3? Ein großes stilles Wasser und eine große Fanta. Ja. Okay. Okay, alles ist da. Alles ist da. Okay, danke.